Отправляясь в предстоящие выходные в Тверскую область по железной дороге, будет не лишним ознакомиться с изменениями в расписании движения электричек от Твери до Москвы. Это связано с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры. 13 и 14 апреля с 10 часов до 12:40 значительно изменится расписание движения пригородных поездов на ленинградском направлении. С 10:17 до 12:37 будет прекращено движение всех поездов от Ленинградского вокзала до Крюкова. С 10:42 до 12:30 от Крюкова до Ленинградского вокзала. Поезда из Твери и Конаково будут следовать только до Крюкова с увеличенным интервалом до 50 минут. Чтобы добраться из Зеленограда до Москвы, в это время пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусом, который будет курсировать до станции метро Ховрино. Также будут отменены поезда на участке Москва-Тверь отправлением в 11:42 и на участке Тверь-Москва в 11:07.